что вам прежде всего нужно? Порядок. Порядок, чтобы был? Да. А как быть, чтобы, ведь надо, чтобы народ обеспечивал порядок. А то один начнет обеспечивать, он по-своему все сделает. Ладно. Нет. А как же? Порядок. Вот, если бы я бы его уважал, я вот, допустим, Путина не уважал. Ну это ваш прав. Да. Если бы вот он сделал бы сейчас, я бы его тогда зауважал. Уходи. Вот это, допустим, за мафию, за разные вот эти вот олигархи, вот эти мне эти. Вот обуровался под пожизненную конфискацию. Я бы тогда его зауважал. За конфискацию? Да. Надо, чтобы доход был трудовой. Я а так это понятно. Если человек заработал, я бы, если был молодой, я бы сейчас заработал. Сейчас можно заработать. Можно. Вот. А чтобы вот это самый порядок был, а не то, что пришел на это на рынок продавать, отдай ему там 100-200 рублей, с такой рожей подходит, что это такое? Что это такое, да? Вот именно. Это же автомат надо брать и все. Я понял, значит, нужно порядок. Порядок, только порядок. Хорошо. Да. Это мы учтем.